Быстрый скачок через световые года, галактика, поглощающая друг друга. Спиральная галактика, которая взяла контроль над другой галактикой. На данный момент происходит безумное слияние двух гигантов космоса на глазах у всего человечества. NGC-5195, карликовая галактика с созвездием Гончие Псы, находится на расстоянии 25 миллионов световых лет от Земли, расположена рядом с более крупной галактикой Водоворот. Вместе они представляют собой одну из известных пар взаимодействующих галактик. NGC-5195 была открыта Пьером Мишеном 20 марта 1781 года. Система NGC-5195, галактика Водород, представляет собой одну из самых известных пар взаимодействующих галактик и была предметом ранних теоретических исследований данного типа объектов. Они приведены в атласе пикулярных галактик в качестве яркого примера спиральной галактики с галактикой Компаньон. Взаимодействие повлияло на форму обеих звездных систем. Спиральный рукав большой галактики растянулся, образовав гигантский звездно-полевой мост между двумя объектами. NGC-5195 сильно искажена в результате гравитационного взаимодействия с галактикой Водоворота. Поэтому принципу 5195 иногда определяют как линзовидная или неправильная галактика. Она была описана как галактика, выходящая за рамки морфологической системы классификации. CN1945A – единственная обнаруженная 5195 сверхновая. Она наблюдалась в 10 градусах к северо-западу от ядра 6 апреля 1945 года Милтоном Хьюмасом, используя 6-дюймовым телескоп обсерватории Маунт Вилсон. Сверхновая относится к первому типу сверхновых. Во время пика ее видимая звездная величина достигла значения 14.00. Мир содрогнулся, увидев такое слияние своими глазами, незабываемое чувство мощи и грандиозными масштабами в огромной вселенной. А мы продолжаем космическое путешествие с космическим каналом.